торжество. Это было духовное общение. И наряду с этими репетициями уже позади тоже ваш дар Московской консерватории, это встреча со студентами. Это было совсем недавно, причем сами студенты попросили, чтобы с ними пообщались. И Рахманин сказал, я таким на полном никогда не был. Завтра еще будет наполненный Рахманинский зал, но уже для мастер-класса с дирижерами, потому что действительно всегда на ваших репетициях открываются такие удивительные вершины и такие удивительные откровения, что, конечно, тем музыкантам, которые посвятили себя вашему искусству, искусству дирижера, вы несете совершенно бесценный дар. Но и для того, чтобы сегодняшний концерт остался в вашей памяти, и чтобы чаще с нами встречались, мне очень приятно вручить вам главный подарок Московской консерватории. И он главный не только потому, что он из чистого золота, чистого серебра, он символичен. Это ювелирное изделие фирмы «Галерея Михайлов», которое представлено на нашем попечительском совете консерватории. Тут фронтон большого зала и символическая гамма, которая как бесконечная